утро на Енисее. Яль на свете всех милее, всех прекрасней и белее. Сегодня мы решили узнать у красноярцев, кого они считают самым красивым человеком на свете. Давайте послушаем ответы, они вас удивят. Брэд Питт. Пусть будет Брэд Питт. Я думаю, он хорош. Хотите, я вам покажу самого красивого человека на Земле? Давайте. Это же я! Ой, очень приятно. Вы считаете себя красивым? Да, вполне. Алферова. Для меня Ирина Алферова. Самая красивая женщина на свете. Да. Хотите, я вам покажу самого красивого человека на Земле? Покажите. Я так и знала, что здесь будет. Посмотрите, подвох. Какая вы красивая. Да, конечно. Грех сомневаться. Тренинг по поднятию самооценки. Вы считаете себя красивым? Ну, неплохо. Ну, прям не идеал, конечно. Все мы люди. Вот вы красивая, понимаешь. Если бы все такие были бы, вообще не жизнь, а сказка была бы. Хотите, я вам покажу самого красивого человека на Земле? Ну, хочу. О, да и ладно, чего? Посмотрите. Да нет. Например, профессоры моего института, они очень красивые, они пример для подражания. И, в принципе, ты, когда с ними общаешься, смотришь не на внешность, а на их знания и восхищаешься. И модели очень красивые, Кардашьяны. Вот. Хотите, я вам покажу самого красивого человека на Земле? Конечно, мы очень хотим узнать. Ой, спасибо. Только видно потолок. Вот. А, да. Согласна, я тоже считаю себя очень красивой. Спасибо. Кто самый красивый человек на свете? Я. Очень нескромно. А что у вас очень красиво? Волосы, глаза? Глаза. Хотите, я вам покажу самого красивого человека на Земле? Да. Ну, подожди, курила это я. Наверное, мои дети, близкие, родственники, мама, мужья. Спасибо. Спасибо. Что вы больше позитивно? Достаточно критично отношусь к своей внешности. Почему? Ну, вот как-то так, да. Ну, вы прекрасны. Спасибо. Вы тоже. Для меня, как бы банально не звучало, да, Анджелина Джоли. Ну, потому что пропорции и так далее, как бы она очень симпатичная, на мой взгляд. А так, как бы, я вам точнее не смогу сказать. Хотите, я вам покажу самого красивого человека на свете? Давайте. Так, Оль, о, спасибо. Так мило, спасибо. Посмотрите, какие у вас глазки, губки. Да, да, да. Ну, не знаю. Моя мама. А ваш супруг или друг? Ну, у меня пока только будущий супруг. Он, конечно, красивый человек, но самый главный, самый лучший человек, самый красивый, все самое, это моя мама. Хотите, я покажу вам самого красивого человека на свете? Давайте. Оп. Спасибо. Вы считаете себя красивой? Да, очень. Несмотря на любой внешний вид, я всегда считаю себя красивой.